Дин 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 дин. Кто-то присоединяется даже к нам. Маленькой девочке холодно зимой. Люди, 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 комментарий, комментарий, быстрее, один комментарий нужен, все. Привет. А где вы? Привет из Крыма. Здорово, друзья, мы тут жрем, короче. Вот у нас вид. Вечер мой красивый. Ты Гошан орет. Что думаешь ты, Россия? Где-то я видел, блин, луну. Где луна? Сейчас, короче, это сам покажу вам луну. Где она? Вон она, собака. Вот она. Смотрите, какая она четкая. Вот. Блин, это небо, конечно, вам не передать. Оно очень крутое. И это дядя Сережа. И дядя Сережа сейчас будет жрать и тереть с вами. Да? И тереть с вами на темы. Не знаю, что у вас будет за темы. Оп, оп, оп. Чуть не грохнулось. Оп. Ну, это любимое дело, дядя Сережа, кушай. Жрать. Я люблю жрать. Так, ну ладно, что, будем тереть? О, хо-хо-хо, Дашуля, Дашуля с нами. Представляешь? Дашуля. Блин, а как сделать? Можешь подальше поставить его, так интересно будет. Ну, главное, чтобы я сейчас там проходил. Подожди, мне это сам. Не видно? Нет, так нормально будет. Если ты рожу вперед будешь выставлять. Передай привет Дашуле. Здоровая банка. Мелкая банка. Вот это банище, вот это банище. Привет Дашуле, будешь передавать или нет? Дашуль. Дашуль, он беременный. Привет. Че, я тебе этого соуса добавлю сюда? Сюда? Да нет, наверное, вот это. А вообще соевый соус есть будешь? Вот сюда. Почему не лучше? Сюда? Ну, водичку запьем. Да, какую водичку заливать? Дядя Сережа весит 113 килограмм. Вы верите в это? Питер, жирный, жирный Питер с парня. Ой, парень с Питера. Жирный парень с Питера. Так, что у нас тут? Так, так, кто-то там предлагает 2 миллиона лайков каких-то, чтобы к нему подписались. Может, пошел ты? Может, ты пошел нам свои 2 миллиона? Пошел 2 миллиона. Засунь 2 миллиона лайков, все знаешь, куда? Свои 2 миллиона углов. Хвастаться он пришел тут. 2 миллиона лайков. Накрутил, небось. Как Серега подписчик в Инстаграме. Ну ладно, что? 1099 ты накрутился. А, риску? Риску? Я не буду риску. Короче, в нашем меню, о, Гошан, как всегда, сумасшедший, позитивный. Как у вас там весело? Это да, да. Спасибо, дорогие друзья! Вашему вниманию салат из стручковой фасоли, кукурузы, картошка. Чили. Все по-вегански, кроме 5 кусков птицы, которая просто мимо пролетала. 6 кусков. 6 кусков птицы, которая пролетала и нечаянно припарковалась на плите. Серега не удержался и... Серега не стал веганить. Так что... Все в порядке, все в порядке. Оставлю вам вашего парня в мышцах, с нормальной головой. Все у него хорошо. Да, Дашуль, это сверчки. Поют. Это слышно? Вам слышно сверчков? У нас телок нет, у нас же сосисечная вечеринка. Мы за сосисилищ. Ну, мы же 2 гея. Вы не знали? Мы с Серегой записываем новую серию, чтобы его выгнали из W. Из России, чтобы меня выгнали. Чтобы уже выгнали из России, да. Выперли. Ух. Пора Гопшину шоу открывать. Юрий Спасукоцкий. Блин, Юрка приедет, вот еще. Ты рад, да? Да, я рад. Гоша, рад Юрке. Юр, я знаю, ты втихаря смотришь Серегин перископ. Посматриваешь. Ой. Оп. У меня как раз одно лицо, я, может, предплечье, чтобы осталось.
Ой, стой, стой, стой. Чуть не упало. Ай-яй. Пацаны. Мы снова вместе. Да, мы снова вместе. Мы снова друг друга ненавидим. Да кто меня уже? Только видео нас спасает. Только вы, когда есть третье. Но. Гошан, ты почему не худой? Ну почему не худой? Почему я не худой? Сам... Ну-ка напишите, почему я не худой. Мне кажется, я такой худой. У меня даже волосы еще выгорели. Еще больше. Я решил отращивать. Буду как Тарзан. Спасибо, спасибо, Никитос. И тебе тоже. Что у вас еще там интересного? Вы ставьте лайки там, калории жгите, чтобы у меня было 2 миллиона лайков, как у того парня, который комментировал. Только что и хвастался. 2 миллиона лайков. Почему? А в перископе можно? Нет. Я не хочу какую большую прическу. Я хочу, чтобы у меня были кудри такие. Ирокез, мой. Какой ирокез? А сейчас я покажу им кудри. Ой, только в этот, в мой салат. Они хороши. Аливидерчи, малышка. А может кто-то подумает, что ты женщина сидишь, наверное? А, с голой. С бородой. Бороду-то не видно. Серега пригласил даму. С банкой. Ты должен, короче, закадрить меня, Серега. Это, короче... Это вечерний романтический ужин. Это накачанная девочка. Это наварская. Блин, ветер дует сейчас. Навар, я... Навар, Наварыч, я пока тебя заменяю. Серега тренируется со мной. Давай. Ты не пали контору. Ну, блин. А кто знает, кто такой Навар Наварыч? Вы знаете, кто такой Навар Наварыч? Сейчас напишу в комментарии. Что за женщина рядом? О! Дорогие подписчики, я хочу забрать у Сереги его канал. Чтобы он больше этой херней не занимался. Да, какая жесть. И работал нормально, плотником. Кем ты еще можешь работать? Походу, еще начнут отписываться. Не, ну, говорю, тенденция 35. Сколько ты волосы эти отращиваешь уже? Полтора года. Полтора года? И они такие маленькие? Блин, это сколько мне лет надо отращивать, чтобы у меня были кудри? Сколько ты вот эти отращиваешь? Ну, это постоянно. Это неправильный выбор парикмахера. Гаша, завязывай с тортами. Откуда знаешь все? Со мной ел? Гошан на печеньках сидел тут недавно. Да, на рисовых печеньках. Ну, как вам моя 113 килограмм? Что вы скажете по этому поводу? Что сделать, когда такие друзья? Когда ты встречаешь и от него просто прет. Съешь что-нибудь. Пожрешь, будет. Да. Я люблю есть, когда люди говорят, как можно удержаться. Когда ты путешествуешь по странам, и в каждом доме тебя ждут с блюдом. Что там пишут-то? Пишут, что я жирный, и что у тебя ролл там на башке. Ну, сейчас пока. И говорят, что Серега надо завязывать с моими килограммами. Человек он разум. Он выступил для вас. Показал, что все возможно. Понимаете? Что невозможно, а возможно. Скинуть за 3 недели 20-ку. Ты скинул 20-ку? Когда? За 3 недели? Ну, выступал. Когда? Сейчас? Я набрал 7-ку. Нет. А было время? За 115 скидывал, да. Нет, за 150 я скинул. Я скинул примерно... 11 за 2 недели было время. Спасибо, друзья. И вам приятного аппетита. Что у вас интересного тут творится? Зачем мне идти на актерскую? У меня свой канал. Вы же смотрите мои фильмы, на актерскую мне идти. Пора одуплиться. Каждый может быть актером. Но. Вот это я сейчас выдал, блядь, правду. Правду матку. Баклажанчик надо съесть, да?
Поверишь, вкусно. Серега готовил. О, несколько процентов волна. А у тебя есть эта специальная штука? Ну еще на минуток 15 хватит, я думаю. Азиатки? А я уже забыл, что такое розетки в азиатках или в россиятках. Другим живу я, братцы. Перископ тоже выходил. Не, я лучше вот с Серегой. У меня не получается. Ему не установить приложение. Ну, а у меня у Siemens A35 с камерой. Да. Не, Siemens A35 без камеры будет. Siemens A35. Ты же говоришь, что помнишь, как ты выходил в перископ. А, ну все, я телефон разбил, теперь у меня. Разбил камеру, разбил телефон, братцы. Ну, я сегодня себе все починю. Да, Сереге сегодня мне все починил. Гошка, ты женился, вот я спрашиваю? На Сереге. Да, Дашуля. Дашуля спрашивает. Гошка, ты женился? На Сереге. Дашка, привози мне жену, а иначе мы с Серегой вдвоем на тебе женимся. Распишемся. Ты не пугай. Круче все равно нет. Круче только... Кашан обещаю уйти с борщей на овощах. Что там? Что-то не придумал. А что это? Вот вам овощи. Только ем тофу, картошки и что-то такое. Печенье, скажу, жрал. Он печенье ел, да. Бомж. Я бомж. Как только не называли меня уже. Этот чувак... Дауншифтер, бомж. Там был парень, который первый раз тебя увидел в перископе. Знаешь, как ему повезло? Жир – это же некрасиво. Жир – это же очень жирно. А знаете, когда еще и жира нет, и мышц нет. Кости – это... Но это лучше, когда мышц нет и жир есть. Лучше, мне кажется, быть так. Таким. Просто жирным. Просто не жирным. Жир это жир. Ставьте лайки. Все. Слушай, народ сваливает. Может, я смотри, я убираюсь из кадра. Я ухожу из кадра, ребят, возвращайтесь. Возвращайтесь. Ну, все сваливают. У всех там новогодняя этот, как его, суета. У всех новогодняя суета. А сегодня какое число, ребят? Хватит жрать, верните бомжа. Передай привет Ирине. Не забывайте, что я принц, ребята. Ирин, привет. Дашуля, наша подруга. Дашка самая активная подписчица, поэтому Серега дарит ей внимание. Ставь больше лайков, просмотров, делай репосты, и тогда ты тоже попадешь в этот клуб. Я не знаю, что ж как я, походу он не приедет. Ну кто тебе сказал, что не приедет, как я? Да у него там операция какая-то, как я сказал. Грыжа. Принц, что думаешь за расставание Сереги и Мариночки? Люди встречаются, люди влюбляются, сходятся и расходятся. Самое главное, что остались друзьями. Вот, их дуэт мне нравился, их период жизни. Очень я их, как пару мы многое прошли. Вот. Замечательная пара, а сейчас они дружат и также остаются. Серега очень компанейский парень, так что. Просто... Походу, да. Просто так сложилось, что дальше идут разными путями. Ничего страшного в этом не вижу. Живем, радуемся, в одной жизни тысячу переживаем, а? Ой. Что ты здесь сол сожрал? Нет, я пытаюсь его выдавить, чтобы не вляпаться в сутку.
сожрал весь батат. Ну, почему вот он батат? Ты будешь вот этот батат хочешь? Не, ешь. Что ты уже откусил? Откусил, короче, предлагает мне. Так, Гош, когда сушиться будешь уже? Ну вот мы сушимся. Жрём картошку. Мы начали сушиться сегодня, да? Или вчера, сегодня? Сегодня. Слышал, у меня спортивная фигура, я активный парень. Этот путь я уже знаю. Хочется, конечно, быть крутым вечно. Но это только у Серёги получается. Потому что Серёга, он дядя, а я всего лишь принц. Троллинг жесткий. Да? Не знаю, даже пишет, троллинг жесткий. Нас разве сильно троллят? Вот у меня в Инстаграме затроллили нам последнее. Я, если честно, даже не видел особого троллинга какого-то. Сильных оскорблений. Уж пора привыкать к троллю. Нахуй. Ой. А что, он будет на тайских каникулах? Так я уже вот. Он пока уже? Только допущен к Сереге Миронову. Да. Если бороду сблеет. Так что, кто смотрит Клокова, пишите ему в перископе. А будет Гошан на каникулах? Ну, пусть меня добавят. А будет ли Гошан на каникулах? Если вы так 500 тысяч раз спросите, то он будет. Сколько тортов еще молока в день? Вот тут не птичьего молока, так бы троечку, 3 килограмма бы съедал. Вот если бы сейчас бы принесли торт птичье молоко, съел бы так? Завтра начинается тайские каникулы. Нет, сейчас сытый. Ну если бы голодный был, то да. Ну что, это встретить свои пороки, ребят. Пока на граблю 10 тысяч раз не наступишь. Гошан, сделай свершок потише. Просит. А, я уже общаюсь с природой. Сейчас, подождите. Что-то не сработало. Гошан, как ты деньги зарабатываешь? Да давай, пришли мне бабок уже никак. Видишь, к Сереге приехал. Бабок как зарабатываю. Вон, пишите, я консультацию напишу. Как птичье молоко есть. Так, со сверчками разговаривают. Блоги веду. Иногда помогают ребята мне, присылают деньги. Черт, пропустил большое сообщение. Рашид. Похож с тобой на звук алкашей на кухне. Гоша, твою передачу мама смотрит до сих пор. Так что другая собака. Что ты там не сделал? Да, что-то сгнило она, похоже. Сгнило, да? Гнилым кормили Гошана. Денег нет? На остатки как собаки достаются. Нет денег. А зачем вам деньги? Вы все равно сидите со своей жопой ровной там у себя. Ничего. Сразу попрёт. Кушаете, что такие жирные, а мне есть нечего. Ему нечего есть. Пришлите денег на еду или еды. Пришлите Гошану риса. Слайд рис. Присылайте рис. Так. Спасибо, Дашуль. Кто они там? Так, привет из Парижа. О, нас смотрит Париж. Вау, Пару Франсуз. Это по-французски. Скоро мы доберемся до вас. До Франции. Французики. Только у вас, блин, евро там. Все, сука, дорого. Во Франции сигарет стоит вроде 10 евро, да? Надо спросить, мне интересно.
самые дорогие уже в этом. Пять евро? Это недорогие. Фигня. А сколько? На 70. Париж 8 евро пишет. Нет, почему? 6 евро. Ну сколько сейчас 1 евро? Не знаю, 75. Просто мне кто-то говорил, что в Париже там дорогие сигареты, что там не принято стрелять. Спасибо, спасибо за шутку. Мы не курим кальян. Спасибо, Дашуля, тебе удачного вечера. Что ж там, наверное, все спасибо. Вижу, что ты... Дуся сказал, что ты будешь отвечать за свои слова при встрече. Какие слова? Что? Ну, я тебя... Поразговаривать при встрече поговорят. Что я сказал? Что я не так сказал? Что Гусев лайкает член? Ну, это, конечно, было так. Я разве что-то соврал. Мне кажется, ничего. Так. Суперкомпенсация. Компенсация. Мне кажется, ты с ошибкой написал. Я не знаю, как хочу. А с чего взяли, что я жирный-то? Ну. Какие черты? Какие черты характера отражают вас в азиатах? До этого я даже не думал об этом. Че? Ну так вот они делают. Гашат на деда моего похож. Здорово, сынок! Сынок? Ну че? Ну че? Жирный дрич. Я исламцев, все верно. Так, привет из Кингисеппа. Здорово, Кингисепп. Что это такое вообще? Езжай к Семенихину в Америку, говорят. В Америку, блин, очень хочется съездить. Сейчас мы начнем, значит, Серега начнет про еду снимать и тоже поедет. О, Гашан как лук. Ну что, да, грядки растят на голове. Лучок. Вот. Лук, лучок, да-да, луковица. Кривой рог. Лук, лук, лучок, та-та-та-та. А я твоя, ты слышал эту песню, нет? Блин, счастливо, такая популярная песня. Так. Серж, создай свою федерацию высшего президента. Спасибо. Гашан, Гашан, пальма, редиска. Серег, хватит выбирать такие, где принц федерации. Серег, сколько весишь? 113. Вчера весил. С копейкой. Короче, блин, большой кусок. Большой кусок. А что делал-то, Серег? А? Что делал-то? Что делал? Что за две недели взлетел? Мороженое жрал. Мороженое жрал. Столько мороженого сожрал. Вот, ребятки, готовишься полгода. И за 10 дней просто... Свинью. Свинья. Какие полгода я готовился? Гашан, когда ты начнешь сушиться? Гашан 60 весит, спрашивает. Давление? Интересуется моим давлением. Откуда знаешь? Пророк, Серег. Ты голова болела у него. Ты не голова болела. Что-то связано с давлением. Ну-ка, пророк, расскажи мне, почему у меня болела голова. Пацаны, кого биться больше? Гашана. Я, видите, даже в экран не попадает. Ага. Не влазит. Так, скинуть щеки. Просто жребий. Да пухший я от соли. Соли много ем, вот щеки здоровые. Армрестлинг. Сереги атмосферные. Такое ощущение, что меня только на соревнованиях видели. В настоящей жизни меня никто не видел. Я всегда щекастый был. Всю жизнь. Всю жизнь был вот таким. А я только соревновательно. Гашан, говорят, о
от сыроедения пукан трещит. Да. Да. Ходим и пердим, что ли. Я думаю, от белка у тебя еще жопа рвет. Разрывает. Right. Right. С какой стороны? Право это кто? Я? Не знаю, право. Право, наверное, не знаю. Не знаю, что-то хотел задать, чтобы по-английски. Свинье. Так, отъездом. Помню перед отъездом. Гошан жрал чебуреки. Привет, Киев. Серега 113 весит. Серега Гусеву покажешь. Что лайк поставил на него? Что я должен вам показать? Семейчин совместно видео хоть записать. О, не знаю, что нет. А кто такой Цицули? Цицули? Это Борис. С канала CMT. Так, ну ладно, надо парочку минут сейчас с вами поотвечать. И... Да, Серег, отвечает. Всем пока! Черт, куда ты пошел? А, надо. Да? А вот хуево. Пожрался? Ага. Так, черт, не, блин, ничего не видно. Сразу ты. Помедленнее! Чуть помедленнее, кони! Заплатил мне магию, Жрет все, спать. Ваша машина. Я люблю тебя, чувак! Гоша, молоток, держи форму настроения. Что-то не успел прочитать. Сколько? В рамковом месяце можно набрать. Много. Что набрать-то? YouTube channel. Ты сорок бакадал англоязычный, что ли? Выпендривается, а пишет сюда на английском. Какой-то русский брос. Какую песню? Вот хоть какую. О! Сереж, выстави на серфборд. Ладно, короче, блин, все. Всем мир, всем удачного дня, вечера, не знаю. Смотри, у меня даже пальцы меньше. Да, что вы хотите? Конечно, сидит машина передо мной. Я 75 килограмм, и это свинья 113. Я ближе к камере, потому что сижу. Потому что мне надо, если бы я сидел вот так бы. А я вот так, Серег, подожди. У кого банка здоровее? Ну вот, давай, напрягайся. Или Гошана. Смотри, у тебя еще сейчас. Сейчас всем пока. Ну давай. Ну, смотри, сзади какая. Прыщ. Комар укусил.